Всем привет! Записываю видео такого плана. Смотрите, как я пришлось делать выборки в коре. Почему? Потому что короед пришел на обрезку. Вот обрезан был сучок. Да, ветка. Не дорезали. Хорошо. Ну, смотрите, насколько вот расшил. Видно, да? Я думаю, сейчас чуть дальше стану. Вот насколько расшил. Не дает. Видите, вот он сидит, красавчик. Сейчас найду резкости. Вот он, беленький наш друг. Наш беленький друг. Вот он. Видите? Вот он был такой хороший. Все. Залезло. И не дает. Не дает заживать. Не дает зарастать. Поэтому всегда обращайте внимание на состояние. Здесь, конечно, все такое. Я думаю, что здесь будет их столько, как на той стороне, где я расчистил. Вот видите, вот уже, вот сразу приближаю. Вот он, видите, сидит. Вот он сидит, красавчик. Поэтому я думаю, что ей повезет в том плане, что через живые еще проводящие ткани где-то что-то здесь вообще. Видите, просто забеливали их все. Просто забеливали. Ветка отломалась, просто забелили. Никто ничего не чистил. Здесь все то же самое. Такое дупло, дуплище. Все нужно будет смотреть. Поэтому здесь вот так, здесь вообще гляньте, сколько расшин. Смотрите, сколько расшин. И все. Видите, вот этих язвочках. Вот они, язвочки. Это все было сделано короедом. Печальный факт, как говорится, да? Я думаю, силы дерева хватит. Не засохнет, выживет. Посмотрим. Здесь тоже, видите, как оставили. Здесь буду тогда снимать. Вот это все, кору здесь посмотрю. Видите, пенек. Уже срез неправильный. Нужно было еще хотя бы сантиметр сюда, чтобы был наплыв. Ну ладно, это полбеды. Все, так что еще раз напоминаю сами себе о том, что нужно быть внимательными. Всего хорошего, до новых видео.